Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. Что? Со мной хорошо обращаются, не переживай за меня. Когда нас отправляли, нам сказали, то, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. А по факту сейчас развязалась война. То есть мы в роли агрессора выступаем. Что вы здесь делаете? Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого. Мама, прошу, забери меня отсюда. Если вот смотрите, на самом деле, обращайтесь, там, кто, Владимир Владимирович, пускай смоет. Хватит, хорош, здесь вообще, здесь мясо одно. Вы маленьких детей убиваете. Я Лиховидов Владислав Владимирович, 01.08.1998 года рождения, гражданин Российской Федерации, был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой.